Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Добрый день. 10 лет я занимался в сетевом бизнесе продуктами для похудения и здоровья. 10 лет я искал клиентов, которые хотели бы похудеть прежде всего. Так позиционировался бизнес. Продукты для снижения веса, для регулирования веса. И моя главная задача была искать клиентов, которым можно было бы продать этот продукт по полной цене. У меня была скидка 50%, и я продавал эти продукты дистрибьюторам за 25% и клиентам за полную цену. Вот это был бизнес. 10 лет я был озабочен, где найти человека, который хотел бы похудеть. И когда я находил такого человека и продавал ему продукт, я зарабатывал $100, иногда 30, иногда 40, иногда 150. Это был успех. Чем больше таких клиентов, которые раз в месяц берут программу для снижения веса, тем больше денег я зарабатывал. И за 10 лет, представьте, глаз натренировался, мозги были зафиксированы только на одном – найти полных людей, которые хотели бы похудеть. Неизбежно так происходит, когда человек отдается этому делу. Когда я шел по улицам, я хотел найти в толпе, даже не хотел, я автоматически фиксировал людей. Вот этому надо похудеть, вот этому надо похудеть. Иногда, как, особенно когда не было денег, я как зазомбированный, как маньяк, извиняюсь за выражение, устремлялся, сам не ведая, зачем я это делаю, за полным человеком, в надежде, что он обернется и спросит у меня, и как похудеть, потому что на груди у меня был значок «Хочешь похудеть? Спроси меня как». Таких людей было много в бывшем Советском Союзе. Это была первая компания, которая героически билась на новом рынке. И сегодня она занимает достойное место в сетевых компаниях. Суперпродукты, супербизнес. Но вот не просто это было. Найти полного человека, который хотел бы похудеть с помощью продуктов, которые мы продавали. И вот мой глаз выхватывал из толпы, как я уже говорю, полных людей. Я мечтал о полных людях. Они мне снились. Но их было немного. Хотя полных много, но так, чтобы... Сегодня я занимаюсь другим бизнесом. Мне не надо выхватывать из толпы потенциальных клиентов и потенциальных партнеров, которые хотели бы пользоваться моим продуктом. Они сами лезут в глаза. Вот сейчас я нахожусь в отеле, который называется «Ренессанс Монарх» на Ленинградском проспекте в Москве. И вот какой вид с 12 этажа. Вот мои клиенты, смотрите. Вот мои клиенты. Я продаю сегодня продукты для того, чтобы эти машины не дымили, для того, чтобы они лучше ехали, чтобы двигателям автомобиля не вредил плохой разведенный какой-нибудь гадостью бензин, и чтобы каждый человек, который сидит за рулем, мог видеть, как его машина с нашим продуктом экономит ему деньги на 5, 7, 8, 10, 15, 20, 30 и более процентов. Посмотрите, сколько. Я могу здесь стоять час, могу 2, могу 3, могу 5. Круглые сутки этот поток не скончается. Ночью он немножко ослабевает. Но сейчас не час пик, сейчас всего лишь навсего 2 часа времени. 14 часов. Вы видите, какая громадная разница между клиентами, которые хотят похудеть, и клиентами, которые хотят залить в бак свой бензин на наш продукт. Именно поэтому после полутора лет бизнеса я имею результаты в 1000 раз больше, чем за 10 лет в том бизнесе. Потому что вот такое обилие клиентов. Любой, кто сейчас сообразит и включится, будет иметь такую возможность. Любой.
любой. Вот это да. Я желаю вам удачи.